Ребята, сегодня я покажу, как приводный ремень снять и одеть. Chrysler Grand Voyager 2.8 КРД. Да, сейчас вот колесо мы открутили. Сейчас нужно снять эту обшивку, вот эту. И все остальное. Так, сняли это. Также вот, вот здесь тоже эти пробки, бля, стоят. Так, их тоже здесь и здесь. Вот они были тоже сняты. Вам его, его так отодвигать, чтобы закрутить. Открутить. Там болтам, конечно, труба. Там саморезы стоят. Потом здесь. Вот видите, тут болт порвался. И также на той стороне. Сейчас я его откручу быстренько. Нет, надо ложиться. Так я не вижу. Также здесь. Вот тут то же самое, видите? Откручивается против часовой здесь шкив. Такие дела. Ключ 15. Но я сейчас не могу сам один, потому что тут нужны. А может даже справлюсь, сейчас посмотрим. С этого натяжителя. Паразита отсоединю. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Чтоб камеру не разбить. Так. Одевать, да, вдвоем надо, конечно. Вот так снял. Сейчас мы сюда накинем, чтобы он здесь шкив не пускает дальше. Надо тогда еще вот так взять. Вот так, да. Все, на глаза попадает. Ну вот я ремень снял его, а тут остался ключ. Сейчас я его поставлю так, чтобы он не упал. Вот так. Я думаю, никуда не денется. Нет. Вот так ключ вставляется. Вот его сейчас вы будете снимать. Все, соединил. Сейчас вытащу. Отсюда. Там же паразит еще вот этот. А, сука, попал обратно туда. Ну ладно, пускай он висит сейчас. Сейчас наверх поднимусь. Ау. А вот где гур, бля. Это там надо поснимать.
ладно, на этом же месте. Вот мы сняли приводный ремень. Круче вам остается здесь. Потом тяжело будет, ребят. Здесь приводный ремень надо. Чтобы приводный ремень одеть, надо немножко его не так, а вот таким образом спускать здесь между гуром гидроусилителя руля. И еще там шкив есть паразит. Короче, и где натяжитель, то же самое. Все, поехали мы. Короче, затолкать надо его туда. Он туда пошел. Сейчас, секунду, стульчик возьму. Одевайте на гидроусилитель руля. Видите, как она идет. Потом вы должны опустить его. Сейчас покажу. Сейчас пускай, чтобы не улетал никуда. Потом вы должны этот ремень, сейчас, наверное, фонарик возьмет еще. Вы должны этот ремень опустить туда. Минуя на натяжителя. Вот так. И одеваем вот так. Вот. И дальше мы его спускаем вниз. И лезем вниз, короче. Сейчас. Вот так. Мы внизу уже. Давай так сделать, чтобы немножко тоже светло было. Все, мы его вниз спускаем. Вот так. Этот сейчас мы должны ремень запустить за ключ, чтобы он там сидел. Сейчас мы там все поправим, ремень загоним туда. Все, мы загнали его. И мы обратно вставляем этот ключ на этом же месте. Все, пускай стоит так. Тихо, тихо, не улетай только. А то придется кого-то звать меня на помощь. Так. Все, мы это сделали. Сейчас мы должны его одеть. Видно там или нет, я не знаю, ну и продолжим видно быть. Шкив коленвала. Тоже на излом надо делать. Вот какой позиции я сейчас. Мы поставили его, ключи зафиксированы. Так, сейчас надо наверх залезть и узнать, посмотреть точно. На генераторе ремень лежит или нет? Так, все, мы здесь поправили все. Да, вроде бы все хорошо. Лезем вниз обратно. И подключаемся. Так. Так, сейчас будем мы его устанавливать. Да. Давай, давай. Все. Все, мы должны поправить везде все и все.
Так. Все убедились из отсюда. Все установлено, да? Окей, да? Все. Ребят, я показал, как вам поставить приводный ремень. Все, всем пока. У кого какие вопросы, там чистки метали, ставьте лайк, поймаю.